В минувшие выходные «Энергия» на своей площадке принимала московский баскетбольный клуб «Динамо». Ивановские спортсменки с первых минут, завладев инициативой, долгое время удерживали лидерство на паркете. Правда, не обошлось и без ошибок. Мы проигрываем подбор, особенно на своем щите, и немножко вязнем в позиционном нападении. Очень много бросков идет с сопротивлением. Такие броски трудно забивать постоянно. На большой перерыв команды ушли при минимальной разнице в счете, но все же за лидерством «Энергии». Оставшиеся два периода ивановская команда пыталась увеличить отрыв, но как итог начала терять концентрацию, ошибаться в обороне. Результат не заставил себя ждать. За 8 секунд до финального сигнала «Энергия» проигрывала гостям 2 очка. На выполнение важного броска просто не хватило времени. В четвертой четверти «Динамо» встала зону, и мы немножечко потерялись. Где-то встала команда, не хватило движения, потом не забили свои мячи, но отсюда, наверное, и счет на табло, к сожалению. 72-74 – итог встречи. Сыграв в сезоне 5 игр, «Энергия» укрепилась на 6-й строчке турнирной таблицы. Следующий матч наши баскетболистки проведут также дома. Соперником станет лидер турнира команда «Надежда» из Оренбурга. Наталья Гутарина, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.